Всем привет! Сегодня мы поговорим о 5 лучших смарт-часах, которые вы сможете себе прикупить, и еще вы сможете очень долго использовать их по назначению и испытывать от этого удовольствие, ибо часы реально классные. Ссылочки на самых проверенных продавцов я оставил в описании. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и приятного вам просмотра. Первые на очереди Amazfit GTS 2 Mini, и понравятся они многим. Выглядят красиво, аккуратно, при этом часы совсем легкие и компактные, их можно смело назвать невесомыми. Что касается сборки и материалов, то и здесь все хорошо. Экран закрыт стеклом с изогнутыми краями, по бокам проходит алюминиевая рамка, а внутренняя часть выполнена из черного глянцевого пластика. Как и в старшей модели, у GTS 2 Mini есть пыли и влагозащита. Ремешок здесь съемный, стандартного размера в 20 мм и типа крепления, так что нет никаких проблем найти в интернете альтернативные варианты. Справа находится единственная кнопка со стандартной функциональностью, которая объединяет домой и назад, имеет плоскую поверхность, нажимается с умеренным усилием, а случайные нажатия практически исключены. Дисплей отличного качества, по-другому и не скажешь. Он яркий, сочный, картинка красочная, а шрифты четкие. В общем, придраться не к чему. Характеристики у экрана такие: диагональ 1,55 дюйма, разрешение 354 на 306 пикселей. Для кастомизации часов на выбор более 60 циферблатов на разный вкус. Минималистичные, насыщенные данными, простые и сложные. Все как хотите. Причем дополнительные виджеты на экране можно настроить под себя. С управлением сенсорных часов можно быстро разобраться. Никаких хитростей. Жестами вправо-влево можно переключать виджеты на главном экране. Какие именно приложения будут под рукой, можете решить самостоятельно. Жестом снизу вверх откроется меню уведомлений, а если провести пальцем сверху вниз, открывается меню быстрого доступа. Там включаете бесшумный режим, будильник, можно поменять яркость экрана или перейти в настройки. Листать списки нужно пальцем, у бокового колесика нет функции прокрутки. На нем можно назначить запуск приложения, а также, нажимая на него, можно выходить из приложений или наоборот, запускать программу. При помощи оптического пульсометра BioTracker часы определяют уровень кислорода в крови, следят за стрессом, ведут мониторинг сна, различая глубокий и легкий сон, считают пульс и определяют индекс PAE. В часах есть поддержка GLONASS и GPS для отслеживания расстояния во время тренировок, а также можно просто считать шаги, пройденные за день. Данные по занятиям хранятся в приложении ZAP, причем на выбор 7 десятков видов активностей. Приложение можно поставить на iOS и на Android. Amazfit GTS 2 Mini получили аккумулятор емкостью 220 мАч. По заверениям создателей, этого хватит минимум на неделю использования в активном режиме и до 3 недель при включенном энергосбережении. Amazfit GTR 2i – это еще одни умные часы от Huami. Часы находятся в довольно крупной коробке белого цвета с изображением часов на передней панели. Внутри коробки – сами часы, зарядный USB кабель и руководство на различных языках. Внешний вид самих часов радует глаз. Круглый корпус, заметное скругление стекла у краев, две изящные стальные кнопки справа и лаконичные петли для крепления ремешков. На тыльной стороне можно увидеть датчики сердечного ритма и уровня кислорода в крови, контакты для зарядки, информацию о модели, на ремешках у петель рычажки крепления. Та часть корпуса, что прилегает к руке, выполнена из пластика. Ремешки здесь съемные, стандартного размера и типа крепления, так что найти какой-нибудь другой нету проблем. У часов есть две кнопки. Предназначение верхней – это вызов меню приложений и со всех остальных экранов, кроме главного, возврат к циферблату. В свою очередь, нижняя кнопка запускает выбор тренировок, но ее можно перепрограммировать встроенными средствами и на другие команды. Часы оснащены круглым плоским AMOLED-дисплеем без мертвых зон с диаметром 1,39 дюйма и разрешением 454 на 454. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, которая устойчива к появлению царапин. Для работы с часами требуется установить приложение ZAP, которое совместимо с iOS и Android. Основные возможности часов идентичны прошлым моделям. Это отображение уведомлений, управление воспроизведением музыки на смартфоне, отслеживание сна и пульса. Меню приложений на самих часах выглядит очень эффектно. Отдельное меню тренировки. Выбор здесь впечатляющий, целых 90 вариантов. Из других вещей, которые стоит отметить, приложение Alexa, предназначенное очевидно для управления умными часами с голосовым помощником Amazon. Продолжительность автономной работы Amazfit GTR 2i – одна из сильных сторон этого устройства. Аккумулятор на 471 мАч, на 10 дней работы, даже в активном режиме, можно рассчитывать смело.
Amazfit GTS 3 – новинка в серии смарт-часов от Xiaomi, имеющая квадратную форму экрана, тонкий корпус, защиту от пыли и воды. Как и предыдущие версии Amazfit GTS, GTS 3 внешне очень напоминает часы от Apple. Гаджет получил алюминиевый корпус, который отличается удивительной легкостью, тонкостью и прочностью. Есть водонепроницаемость 5 АТМ. В комплекте идет силиконовый ремешок, который при необходимости можно заменить на другой. В задней части корпуса находятся контакты для зарядки и оптические датчики. Amazfit GTS 3 обладает большим и ярким дисплеем OLED на 1,75 дюйма, покрытым олеофобным закаленным стеклом. Разрешение 390 на 450 пикселей. Изображение четкое и читаемое даже в солнечную погоду. На выбор предлагается много различных циферблатов. Часы имеют всего одну кнопку управления. Одно нажатие, и перед вами открывается меню. При повороте переключателя пользователь почувствует вибрацию. Она способна разбудить утром, если установить будильник. Amazfit GTS 3 могут отображать уведомления со смартфона при помощи соединения Bluetooth 5.1. В качестве навигационной системы используется GPS и GLONASS. Присутствует датчик ускорения, гироскоп, датчик освещенности, температуры и не только. Часы предлагают более 150 спортивных режимов, и некоторые из них определяются автоматически. С помощью датчика BioTracker PPG 3.0 устройство фиксирует частоту сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. Показатели здоровья контролируются круглосуточно. Одним касанием можно измерить также уровень стресса. Здоровье пользователя комплексно оценивается с помощью системы PAI. Всю информацию, в том числе и анализ сна и физическую активность, можно просмотреть в мобильном приложении. Смарт-часы поддерживают голосовое управление с помощью Alexa. С его помощью можно установить будильник, загуглить вопросы и получить на них моментальный ответ. Пользователь может управлять воспроизведением музыки и затвором камеры на смартфоне, смотреть прогноз погоды, включать таймер, пользоваться функцией, найти телефон и другое. Умные часы получили аккумулятор с емкостью 250 мАч. Производитель заявляет, что гаджет работает на одном заряде примерно 12 дней. С помощью магнитной зарядки часы пополняются энергией за 2 часа. Многофункциональные часы для спорта по доступной цене. Это Honor Magic Watch 2. Часы поставляются в коробке кубической формы, почти черной, но с благородным синим отливом. Вдобавок надпись Honor переливается различными цветами. Комплектация такая. Сами часы, краткое руководство пользователя, зарядка таблеткой, кабель USB-C. Корпус в часах Huawei Watch Magic 2 выполнен из нержавеющей стали и имеет довольно крупный размер. Крышка на обратной стороне устройства сделана из пластика. Там же расположен выступающий диск с датчиками для контроля ритма сердца и контакты для зарядки. Смарт-часы Honor Magic Watch 2 водостойкие с рейтингом 5 АТМ, что позволяет их погружать под воду на 50 метров на время до 30 минут. То есть под дождем, в спортзале или в душе устройство будет невредимым. Кроме того, оно рассчитано для плавания в открытой воде. Honor Magic Watch 2 46 мм имеет 1,39-дюймовый сенсорный экран AMOLED с разрешением 454 на 454. Дисплей яркий и четкий, с хорошими углами обзора. Он отлично справляется с внешним освещением. Даже под прямыми солнечными лучами вы сможете легко прочитать информацию. С виду дисплей имеет рамку со скосом внутрь, но стекло снаружи сравнивает экран с краями. Есть настраиваемые циферблаты. На корпусе имеются две круглые физические кнопки для управления, которые легкодоступны при занятии спортом. Верхняя кнопка служит для фиксированных функций, отображения приложений, настроек. Нижняя же кнопка программируемая, запускает фитнес-программы или другие предустановленные приложения. Ремешок в зависимости от выбранной модели выполнен из фтор-эластомера или кожи. Здесь достаточно отверстий для его точной регулировки на любом запястье. Умные часы работают на программном обеспечении LiteOS от Huawei. Базовый интерфейс прост и типичен для стандартной модели операционной системы. Помимо различных задач для мониторинга активной деятельности, эти смарт-часы предлагают умные функции, которые упрощают взаимодействие со смартфоном. Для работы с часами требуется установить приложение Huawei Health, которое совместимо с iOS и Android. Одна из главных особенностей модели – это длительное время автономной работы. Многие популярные умные часы едва могут протянуть 2 дня без подзарядки, а Honor Magic Watch 2 без проблем работает обещанные 2 недели. Apple Watch SE – это новые бюджетные смарт-часы с полным набором функций. В комплекте лежит магнитный блинчик-шнур и сами часы, а также ремешок. Зарядного блочка нет, но подойдет абсолютно любое в вашем доме, а также любой стандартный порт USB любого компьютера. Прямоугольный дизайн, 2 размера дисплея – 40 и 44 мм, а также 3 варианта материалов корпуса – алюминий, сталь и титан. Ну, у нас только алюминий продается. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде устойчивой к появлению царапин стеклянной пластины с зеркально-гладкой изоляцией.
изогнутой краям поверхностью. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное покрытие, которое очень приятно на ощупь. Задняя сторона сделана из керамики. На правом торцу можно найти колесико Digital Crown, микрофон и вторую боковую кнопку. Слева прорези динамика, а сверху и снизу обычное крепление ремешка. Сзади сверху и снизу фиксирующие части ремешка кнопки. Кольцевая гравировка с информацией о часах и оптическим датчиком сердечного ритма. Корпус часов защищен по стандарту IP68, и в них можно плавать, принимать душ и мыть руки. По комплектному ремешку можно сказать, что он сделан из мягкого, тактильно приятного силикона. Универсальное крепление позволяет использовать с Apple Watch SE любые другие совместимые ремешки. Объем постоянной памяти в обеих моделях равен 32 гигабайтам, которая будет использоваться для установки приложений и загрузки музыки. Благодаря Bluetooth вы можете подключать сторонние пульсометры и беспроводные наушники. А если у вас есть AirPods, то после первой настройки часы уже будут готовы к быстрому подключению к ним, которые выполняются в одно нажатие. NFC по-прежнему работает безо всяких нареканий. Часы можно перенести также банковские карты, которые хранятся у вас в iPhone в приложении Wallet. Для уведомлений, кроме их вывода на дисплей, используется хорошо ощутимый на руке вибросигнал и динамик. На текстовые уведомления можно отвечать диктовкой или рукописным вводом. Apple Watch работают сутки при условии 30-60 минут физической активности GPS и наушниками, нескольких десятках уведомлений, максимальной яркости дисплея и функции Always On. А сама подзарядка теперь стала быстрее, и от 20 до 100% часы заряжаются за 1 час.